Всем привет, дорогие подписчики и все, кто смотрит это видео. Хотел бы поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам счастья и здоровья вам и вашим близким, чтобы в новом 2015 году ваши желания сбылись. К сожалению, это последнее видео в этом уходящем году. Всем приятного просмотра и спасибо. Увидимся в новом 2015 году. Удачи! Кого? Где он? Он возле этой... Как, блять, как тебе объяснить-то? Где Эльдорадо тут? С этой стороны. Сейчас обойду. Дороги. Я бегу уже к ним. Ты его убил, что ли? Нет, сейчас. Одного минус. Второго сейчас буду только гасить. Зомби на кого-то сыгрался. Да-да-да, он здесь, блять. Блин, у меня тупит дробовик, у меня показывает, что 0 патронов в этом дроби. Минус, это... вижу. Вот. Зомби за тобой бегут. Все, убил. Опа! Чувак. Минуснул на дороге. Вижу. Вижу. Убил одного с моченкой, да. Второго попал. Так, второй убежал, походу. Я выбежал, короче, и меняю позицию. Все три кепки. Опа. Вижу. Попал. Наверху, на самом верху, где больничка. На самом верху, на крыше. Лежит. Я попал в него, я не знаю, может, он сейчас без сознания. Второго нет, там был... Ой, подожди, вижу. Он собирается слазить. Убил. Все, убил. Сейчас, опа, вижу, с калашом, подожди, вот твой калаш сейчас будет. Блять, не знаю, нет, подожди, куда он пошел-то? Я же попал в тебя, пидор. Есть? Да-да, он это, не добит. Блять. Добьешь как-нибудь? Мощенка, что ли, у него? Добил. Да, у него массивный. Блять, я думал, у него калаш, сука, здесь непонятно. Ну да, что-то на нем есть. Да, есть оружие. Там еще один. Где он? Попал. У больнички. Я в больнице. Убил. Где? Второй... Где убил? Возле больнички, прям сбоку. Это больнички этой школы. Другой вижу, забежал. Вижу. Другой забежал. Другой в его эту... внутрь забежал, я видел. О. Вот я его вижу, он перевязывается. Забегай и гаси его. Готов. Все, красавчик. Прям на лестнице, что ли? Возле лестницы мы там в этой комнатке мочились с ним. Mm-hmm. Я с лестницы спустился, и он стоит, лутается. Убил его. Он нет. Вообще живой был, что ли? Да блять, как так-то? Да как так-то я в тебя попал в три раза, блять? Как он живой? Я говорю, я четыре раза в него попал, это нифига не. Пипец! Здесь еще один пробежал с мосинкой. Я в бессознанке все еще. Да я ж понял. Здесь еще пробежал чувак с мощенкой, блядь. Война началась.
слышу, там базарят что-то, да? Да. Давай, вставай, вставай. Да блин, патроны сраные. Задолбали меня. Ну вставай ты, ё-моё. Сколько можно уже лежать? Блять, я перевязал бы, но... Эпинефрин у меня тоже есть, но я боюсь, сейчас этот хрен вернется просто. Меня в спину убьет. Ты одного убил? О, я встаю. А, нет, все, я умер. Убил его, все. Блять, не вовремя. Разжег на СКС. А, меня сняли, все. Я мертв. Хм. Не выстрел слышал? Выстрел слышал, но я не пойму откуда. Я смотрю вокруг, здесь нет никого. Ну, читать, значит. Давай, я буду сидеть в доме сейчас тебя палить. Так, а все, я побежал. Знаешь, где он в доме поход сидит? В, вот где-то возле дороги прям. Вот где прицелы либо лежат, либо в соседнем доме. Посмотри, пожалуйста, забеги, просмотри просто. Где прицелы? А, все, меня убили, короче. Я стоял возле дома, где прицелы, но только я стоял за забором, меня не видно было. Короче, понятно, читак ебаный. А, ну ты же, наверное, была там в моем агенте, заходила. Вижу, 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 вижу его. Ну а он, наверное, запустил этого агента просто и все. Где он? Сейчас забежал в этот. В почту. Он с черным рюкзаком, короче, такой. Пень просто таких вот лохов, блин, просто сейчас из-за него мощь потеряли, тоже неохота. Подожди, а вон кого-то кикнули, может его? Global Ban что-то вроде было написано, что-то такое, мне показалось. Не знаю. Так, ладно, я в кустах здесь выйду лучше. Походу. Да, вот читак. Который меня убил. Fuck you, читерс. Да чувак, не бей, тут, короче, читак есть, слышишь? Да он вот здесь, это. Давай разбегаемся. На пристани. Слышь? Мне все равно не. А, я вырубил его, вырубил. Да ты че? Да. А с чем ты? С мощенкой со своей. Давай вырубил. Вот тут вот за мной бежит. Сейчас я убил его. Я далеко, я на пристани. Все изломал там, наверное. Блять, почти попал в него. Только. Все, убил. Ты их не видишь, нет? Пока не вижу. Так, вижу, перебежал чувак. Да. Он стоит возле Красного дома, типа какая-то почта. Сбоку, слева. Блять, ну я снять, подожди, сейчас попробую. Попал, убил. Так, патроны на шотган. Два штуки. Скрещу. Завали. Да. Валяется. Не знаю. Он один валяется возле этой. На дороге прям. Он бежал со стороны этой. МКМ встречает откуда? Да. Не знаю. Сейчас я пропалю его. Вижу. Возле Красного дома он. Возле почты? Да. Другой, дальний. Ты это, мне надо перевязаться. Откуда ты стреляешь? Не вижу. Не знаю.
ты? Вот он. Че, убили тебя, нет? Да. Этот не знаю где, а этот возле цеха с этими, со станками. Ага. Они прям через стену стреляли. Ты там нигде не видел куртку? Мне любую куртку бы сейчас найти бы. Так, вижу чувака одного. Убил еще одного. СКС? Не знаю. У меня патрон мало, у меня осталось 3 патрона. Попробуй через заднюю дверь же выйти. Попробуй в почте, походу, кто-то есть наверняка. Либо он, как ты говоришь, там. Попробуй зайти, тебя найти, с тебя патроны хотя бы снять. Я прям возле заборчика. Кепку сейчас размотаю. Убил еще одного. Так, у меня попали смосеньки. Кто-то. Откуда, не знаю. Все, меня добили. Чувак бегает тут. Чувака завалил, короче. У тебя нет никакого рюкзака там нигде? Пока нет. О, пошел. Да, я тоже слышал. Только можешь вычислить, где она стреляет именно? Давай, сейчас второй клиент сюда зайдет. Давай, 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 заходи, заходи, открывай. Ну. Ну ты чё? Давай. Второго, короче, слышь, под крючку отправил. Да ты чё? Это... У него топор, короче, мне принес этот, как он. Хороший пристиновский этот. Для... пожарный.